In the 600 days of the invasion of Ukraine, Russians are nowhere to achieve their goals, and the invasion is still a complete failure. In the southern front, the armed forces of Ukraine are widening the salient bag in this area. They advance towards Novopokrovka, not to be confused with Novopoprikovka, north of Verbova towards Polohi. At the same time, in the last few days, advances have been observed towards Kopani, west of Robotyne. Even though the counteroffensive has slowed, it has slowed because of the major fortification line, or actually a complex of fortified defensive lines, the world has seen since World War II against the second army of the planet. They not only stopped the Russians, they forced them into trenches and lost. Dead, wounded, lost, prisoners, unable to return to the theater of operations, about 1 million soldiers. And that means that Ukraine has incapacitated an army of 1 million. The Ukrainians received less than 4% of NATO's equipment budget in aid to their value of new equipment. Let's see the battlefield. This is a spectacular footage of the destruction of the Russian ammunition depot with the help of a cluster projectile in the Bakhmut direction. Ukrainian Baba Yaga drone struck again, but this time the owners of this vehicle were not near it. Hilarious. Это результат работы Бабьяги. Скинула вчера ночью какую-то штучку. Наша ласточка, хантер наш. Немного повредила. Совсем немного. Прям на моторный отсек. Все выбито. О, одна форчика осталась целая. Да, в салоне тоже. Russians seem to have some problems in Ukraine with the weapons from North Korea. Run! Belarus propagandist Azarenok wants other countries to start fearing Russia and Belarus like they feared the Soviet Union. He says Russia is taking the blow of the world's darkness and has no one but Belarus to help. Александр Лукашенко вспомнил, как боялись Советский Союз по всему миру и будут бояться и нас сейчас. Будут. Мы заставим себя уважать. Уже заставили. Просто американцы всех держат за горло. Но эта хваточка ослабнет. И все страны, уже мы видим, и Африка, и все страны Ближнего Востока, и даже западные. Наши союзники будут наши союзниками, а вот эти вот, те, кто сейчас вякают на нас, поползут на коленях, поползут. Владимиру Владимировичу и Александру Григорьевичу. Но наши президенты будут сидеть и думать, пускать эту сволочь или не пускать, значит, вот. А это пускай подождет, она там больше всех вякала и так далее. Вот, а мы пойдем там в хоккей поиграем и так далее. Вот так вот будет, обязательно так будет. Если реализуется все, о чем говорит наш президент, в том числе и вот этим лидерам государств СНГ, мы объединим наши ресурсы, мы обладаем такой мощью, такой силой, главное, мы единственное. Вот, казалось бы, вот с точки зрения политэкономии, Китай должен был встать первым против американской гегемонии, поднять вот это восстание. Но, ну, по ресурсам, по экономике, по людям и так далее, и так далее. Но, тем не менее, нет. Россия вновь принимает на себя удар мировой тьмы, вот этого всего зла, которое на нас обрушивается. Беларусь стоит рядом, помогает как может и так далее. И, как сказано, вот мы, может, мы в мире последние, кто так думает, но в Евангелии сказано, и последние станут первыми. A terrific portion of nonsense on Russian TV about the resettlement of Israelis on their holy land in western Ukraine. Израиль проигрывая в этой войне, а в этом у меня сомнений нет. Ну, потому что союзники, которые сегодня поддерживают мусульман или исламский мир, достаточно сильные, совершат свое, наверное, историческое, сакральное действие, переселение. Куда? Туда, куда указывали цадики, праведники иудеев,
приезжая 300-500 лет назад и умирая, оставляя могилы, как фарватер для своего народа, который должен переселиться, будет, на плодородные земли Западной Украины. Фактически там, где они всю жизнь и обитали, ведь еще 500 лет назад. Львовская область, Ивано-Франковская область, Хмельницкая область, Тернопольская область. Это же были города или земли, которые наполнены были иудейским народом. Да, потом политика Богдана Хмельницкого изменила, и там действительно происходили страшные события. Но, поверьте мне, насколько я погружен в историю, Израиль всегда рассматривал возможность поиска новой земли. Новой земли обетованной, которая и может служить Западной Украине. Вы знаете, я недавно сказал, по большому счету, когда приду к власти на Украине, я отдам и восстановлю историческую справедливость. Западные областя евреям, ну конечно, мудрый, как они называют себя, богоизбранный народ, пускай живет там, где когда-то они чувствовали защиту и были счастливы. Потому что для меня лучше пусть живут евреи, чем эти областя займут поляки. We have no street, no friends left. Locals from Hroza, Kharkiv region, share about Russian attack on the village. It happened on October 5th, killing 59 civilians, including a child. Six more people were wounded. One 60-year-old man had to be identified from 20 pieces. Imagine the scale of the explosion. По нашій вулиці тільки скільки погибло людей. На вулиці нема ні друзів, подруг, малюбочка осталась. Це ж фашисти вбили їх. Ці блядські фашисти, ця Росія. Вчора щось з ума не зійшла. Я так кричала, я не знала, що зі мною робиться. А ви знали цього чоловіка, якого ховали? Звісно, за що ж ми не знали. Андрюшечка, хороший хлопчик був, дуже хороший. Так, він із сином пішли воювати перші дні війни. Думали, що вже нас тихо, спокійно перехоронили. Розказували, що будуть хоронити, перехоронювати Андрюшку. Всі знали це село, знали. І тут село, половина, 50% проросійська. Лишився хтось з тих, хто співпрацював з росіянами тут? Чи повиїжджали? Вони в основному повиїжджали, а ці... На такі, їх що... друзі поставали друзі, тут. Друзі, да. Ну, ці... Це кафе не працювало? Це воно не працювало, спеціально відкрили на помин. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warhawk Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos and become administrator in comment section. The membership link is in the description.